Какая жалкая подачка! 1000 реалов за эти карты. Это что, всего 1000 фунтов? И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал, это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират. Приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная. Всем привет, на канале Темное Эти, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Я прошел 7-я часть игры под названием Спасение Мудреца. Я желаю всем приятного просмотра. Так, дуб здания. Избегайте стычек, убивайте стражу из зоны слежки. Окей, окей. Надеюсь, Эдварда получится спасти мудреца. Хотя, как мне кажется, скорее всего, что-то по любовь пойдет не так. Как обычно. Идеально все так не бывает. В нашей жизни, увы. Тигаргонова, всем спасибо, дорогие друзья, за поддержку. Не забывайте, что вы поддержите меня лайками, комментариями и подпиской на мой канал. Я очень рад завести себе новых друзей. Правда, я очень рад. Так, первый раз получилось. Есть, круто. Так, теперь второй раз, надеюсь, получится тоже. Ко мне. Моя собачка. Ну-ка, ко мне. Есть. Есть, с ней получилось тоже, классненько. Последний раз осталось, и все, я выполнил первое доп. Здание. Самое трудное доп. Здание, это именно... избегать стычек. Давай, я хочу их поубивать, на самом деле, всех тамплиеров, но увы. Мы хотели выполнить это задание или нет? Так, Эл, раз, два, понял. Или нет? Так, ну это не получилось, потому что это было бы тупо. Видите, там 4 дебила стоят, не понимали, что я уже нахожусь у них, так сказать, под, как это называется, блин, прямо у них под задницей, по-другому, наверное, это как это называется. Так, у меня уже почти 16 тысяч реалов, так сказать, почти 15-500 тысяч реалов, ой-ой-ой. Опа, сундучок, надо будет его осмотреть с большим удовольствием перед освобождением мудреца, дабы нам деньги нужны будут, а. Так, ко мне, ну-ка иди сюда. Так, давай. Есть, я выполнил доп. Задание. Есть. Прикольненько. Да теперь убьем этого. Быстренько, аккуратненько так подойдем. Типа, опа! Блин, прикольненько, Эдвард так быстро убивать их дебилов, а? Офигенно. Сейчас быстренько сундук ограблю. Да, мне это нужно. И пойду... Да не, потом, это потом. Я по-другому тебе хочу сделать. Оп. Вы понимаете. О чем именно? Для чего этого убить? Так, упаковка. Это понятно. Типа, дабы найти ту цель, которую мне надо будет убить и забрать ключ. Это, скорее всего, логично, что ключ. Что же еще? Так, там дебил, получается, тут фонариком ходит, а? Как же нам подумать план, чтобы нас не спалили? Так, он по мостику переходит, получается, да. Ладик. А нет, он по мостику не переходит, а? Он стоит на мосту. Все, я понял. Вас жалко, на самом деле. Что по мосту не переходит. Там еще чувак. Блин. Ладно, давайте-ка быстренько их обойдем. Я понял, как это сделать. Это на него почти насрать. Убьем мы этого чувака. Да, вот этого убьем. Давай, Эдвард. Все получится. Давай, Эдвард, я верю в тебя. Опа. Ко мне. Есть. Блин, офигенно. Опа, посадил его. Так, чувак просто устал. Даже не видно, что его кто-то убил. Правда, может, он просто прилег отдохнуть, поспать. Так, теперь убьем и тебя. Давай, быстренько, Эдвард. А, не получится пока что. Блин, а. Потом он сейчас нас спалит, а. Ладненько, подождем, пока он свалит, а. А уж потом этого убьем. Видите, там козочка ходит, а. Офигенно. Блин, тебя тоже можно убить, но я двоих вас не могу сразу убить, а? Кто-то сейчас меня спалит, поэтому, увы. Так, это пускай дальше пойдет. Бьем мы тебя, а?
Так, потом с разбега разбегусь, убью тебя, как бы ты меня спасил. Ну возьму, сделаю так. Нажму классику буковку Е. И пойду спрячу его, дабы чтобы никто не спалил меня, что я тут. Блин, офигенно, как это вот его несет. Блин, сразу тяжелое. Сразу видно. Опа. Опа. И все, и выкинул его. Как будто не бывало никого. Так, все, буковку L. Нашу цель найти надо. Так, где наша цель? Ага, свист. Ну я понял, я тоже много раз делал. Все понятно, легко. Прячемся в укрытие, нажимаем буковку L, E и призываем цель свистом. Так, вот наша цель, которая надо стрипсить ключик. Наш главный ключик золотой. Так, я могу еще выполнить без стычек? Избегать стычек. Фух, это отлично. Блин, зараза, сейчас бы убил бы этого дебила, но видите, тот дебил меня спалит, а? Сейчас он быстренько уйдет. Я не буду свистеть на самом деле, а? Я по-другому сделаю. Вот так вот. Быстренько. Быстренько, быстренько тело его. И лучше, да, выкину его. Опа. Так, теперь наша цель получается быть мудреца. Фух, сейчас этот дебил апарта уйдет, просто я хочу выполнить миссию на 100%. Поэтому мне надо аккуратненько будет его убить. Блин, надеюсь, правда, Эдварда все получится. По спасению мудреца, 6 путей. Так, где у нас наша цель? Инклюзив. Цели уж. Так, ушки, водочки, видите, у нас спалил бы. Опа! Сейчас быстренько его мы... Опа! Так, Эдвард, давай, я верю в тебя. Так, опа, пустики его. Так, и получается наша цель следующая. Это этот дебил. Андрашки. Пушки, водочки. Давай, Эдвард. Молодец, вообще красавчик, Эдвард. Супер ты. Молодец. Так, этот дебил меня может спалить. Сараза, это, конечно, нехорошо, что он, естественно, у нас спалит, а. Так, там чувак, получается, там еще идет с фонариком. Ну ладненько, побежим, как сказать, мы рискованные ребята. Опа! Так, тебя мы кокнули. Этих не будет, только этих очень много, поэтому убьем еще цель нашего вот этого дебила с фонариком. А. Тамплиер, блин, стражник, который, блин, охраняет губернатора, ублюдка того еще. Эдвард там, на самом деле, хороший малый. Да, он пират, но тем более, но тем не менее, он все равно хороший малый. Так, надо будет тебя вот тут убить, а. Во, идеальное место для убийства. Так, теперь, получается, надо будет аккуратненько пробежаться туда. Так, буковку L. Ну, типа, не, без свиста на самом деле так будет хорошо. Оп! А, и аккуратненько его посадила. Блин, ну молодец, Эдвард, а. Блин, больше бесит меня именно стрелок, а. Как видите, там стрелок появился сверху, а. Меня он раздражает на самом деле, а. Больше, чем эти, а, придурки. Дабы он меня может спалить. Так, раз, два. Там пошел ты, дурак. Я же говорю. Блин, а. Не-не, я хочу миссию выполнить на 100%, поэтому быстренько в кусты. Опа. Мне полиция я не хочу. Только мне очень нравятся скрытые клинки. С помощью них классника можно убивать. Они просто раньше я прям руками душил. Это очень долго было, а. Долгий процесс, так сказать. Только что у меня нет оружия с... дротчиками, а, усыпляющими. Я бы этого дебила бы усыпил бы, а, стрелка. Жалко, конечно, на самом деле. Ну ладно, как, надо как-нибудь по-другому будет подумать и все сделать. Да прям реально меня палец, сука, такой, а. Если я пойду убивать его, пока я залезу, меня уже эти дебилы снизу спалят, а. Тоже не вариация. Видите, они, получается, так обходят, потом туда идут, а он туда ходит. У них все, в принципе, логично сделано. Так, куда ты, Эдвард, твою мать? Фух. Есть. Так, получилось его убить. Круто, классненько. Просто реально хочется миссию завершить на 100% этого. А то он доедает, когда я завершаю, блин, на 90%. Видишь, у меня проблемы с стычками гребными, а? Я их не могу избежать. А, опа, вставим его туда. Блин, сколько тут места в этом стуке стены, разве... Разве столько я могу их убить? Так, теперь наша цель получается, это именно стрелок, а? Хотя нет, стрелок это не наша цель. Блин, нам пробраться надо в здание и спасти мудреца. Ну, как же мне обойти их? Зараза.
Так, получается, часовой один пошел туда, другой туда, двое, получается, ходят вместе. Еще бы за ручку держались бы, вообще было бы классно. Так, свистеть я не буду, потому что я только одного убью. Блин. Стрелка мне надо было убить, а? Тот дебил меня, видите, может спалить, а? Только дебилы эти два. Не, свист только на них не дотянется, а? Только ссылочки на мои группы в локале скоро будут в описании. Вступайте, вместе будет веселее. И также, в принципе, на моей соцсети тоже будут ссылочки в описании. Так. Если поднимут по лестнице. Блин. Зараза, надеюсь, все получится. Так, я не могу его посвистеть, это жалко. Ебаский городовое. Ладненько. Так, где Эдвард? Не падай, пожалуйста, не падай. Есть, стрелка я убил. Все офигенно. Так, тебе быстро, аккуратненько спустимся. Реально, быстренько спустимся. Блин, давай, Эдвард, давай. Ай-яй-яй. Твою мать, Эдвард. Хуже ты спалили, блин, а. Так, Эдвард, твою медь. Так, подождите. Столько сена. Быстренько. Так, подождите, теперь стычек избежать. Избегайте стычек. Фух, блин, думаю, провалило. Блин, там меня палит, получается. Видите, он пошел за мной. Искать меня. Ну, сам напросился, а. Я очень рад, что я его убил, на самом деле, а. Фух, блин. Я, честно, просто первый раз игрушку прохожу, поэтому еще не знаю места таких классных, где можно всех быстро сделать, чтобы миссию быстро завершить, а. Надеюсь, вам моя миссия понравится. Так, в принципе, суть я понял, как это все сделать, а. Надеюсь, понял. Так, аккуратненько. Давай, Эдвард. Так. Фух. Затебил по любой будет все равно стоять тут, а. Альто! Фух, блин, надеюсь, этот дебил меня не спалит, а? Так, опять штучек избежал? Фух, пока да. Блин, пожалуйста, чувак, не пали меня. Не пали контора, пожалуйста, тебя прошу, а? Так, там, получится, двое ходят. Аж куда они поднимаются? Докуда они поднимаются, реально? Не знаю, докуда, но думаю, туда не поднимутся. Так, все, убил его. Пошли быстренько. А нет, значит, как сделаю лучше. Чтоб точно не спалиться. Так, ну, на всякий пожар, но я уже в столько сильно его кинул, а? Быстренько. И пойду мудреца спасать. Надеюсь, мудрец скажет мне спасибо. Как я рискую жизни, блин, поспасить его, чтобы его спасти, а? Ого, а, как это понять? Раз мертвый, два мертвый, а себе мудрец? Че, сбежал, что ли, уже? Постоя! Так как тебя зовут, вор? Меня? Капитан, отвали! Грязная деревенщина! Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом. Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола. Блин, все-таки не получилось спасти его, а. Ух, блин, я выполнил миссию на 100%, блин. Да, хотел спасти мудреца, но не получилось. Седьмая часть под названием «Спасение мудреца» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Всем. В принципе, пока еще, наверное, я. Пока-пока. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.